Лицей номер 24, что на вакцине, отметил 70-летие. На торжественном мероприятии вспоминали историю этого учебного заведения. От двух комнат в деревянном бараке до лицея, который третий год подряд входит в топ-100 лучших учреждений образования в области. Это современнейшее учебное заведение. Это один из центров притяжения талантливых детей со всех уголков нашего большого Сергиево-Посадского района. Наш лицей входит в очень высокую зеленую зону рейтинга школ района. Школа номер 24 первой в районе получила статус лицея. В этом вопросе коллектив учебного заведения был первопроходцем. Василий Рогожа, возглавляющий лицей последние 20 лет, отметил, что курс на инновации держит по сей день. У нас буквально все есть для того, чтобы работать, чтобы получать хорошее образование, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы внеклассная работа велась. Это будет правда, это честно, я говорю. Но на будущее у нас есть замыслы, реконструкция некоторых учебных кабинетов и перевод их на новые технологии. Мне хочется уже начинать перевооружать технически, потому что за многие годы уже техника приходит, так сказать, устарела. Приходят новые методики, мы обучаем учителей, мы обучаем методистов. В связи с 70-летием лицея педагогов награждали медалями, грамотами и благодарственными письмами. Отмечали не только достижения в учебной работе, но и во внеклассной. Это военно-патриотическое воспитание. Создание музея, поддержка музея, приглашение гостей, большая исследовательская работа по различным направлениям. Ребята, это ваша заслуга. Мы сегодня входили в школу, в Дом культуры, и нас встречали юнармейцы. В прошлом году, еще не года, как мы объявили развитие этого движения в школах Сергиево-Посадского района. Как мне сегодня говорят, более 90 человек в юнармейском отряде. Лучшие от советской школы и самые последние достижения из современных методик образования. Так, по словам директора лицея, строит свою работу коллектив учебного заведения. Ученики пожелали лицею отметить и 700-летний юбилей. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных. Программа «События».